Новорожденного лосенка-сироту спасают в Раполово. Жители одной из деревень Ленинградской области нашли его в яме. Он был напуган и жалобно пищал. Люди поступили грамотно, решили понаблюдать за ситуацией. Вдруг лосиха рядом. Когда поняли, что за малышом никто не придет, отвезли его в центр реабилитации диких животных. Трехдневного лосенка назвали Светозаром. Ветеринары предполагают, что его мать погибла в схватке с хищниками. Теперь за лосенком ухаживают люди. Несмотря на зверский аппетит, кормят его по графику. Ровно 210 граммов козьего молока каждые 3,5 часа, и не граммом больше. Сейчас это смертельно опасно для его здоровья. Ну, я понимаю. Ну, что сделаешь? Надо. Есть дозировки. Надо их придерживаться. Если Светозар быстро начнет набирать вес, то скоро сможет вернуться в дикую природу. Как раз сейчас к выпускному готовят веселую троицу. Лоси, царь Горох, Добрыня, Никитич и Шурик выросли и успешно перезимовали. Постепенно восстанавливается трехмесячный медвежонок, которого в Раполово привезли в конце апреля. Он был ранен и сильно истощен. Сейчас прячется от людей в берлоге. Это хороший знак. Его, говорят ветеринары, тоже можно будет вернуть в дикую природу.